среду в Самарской области солнечно, но жара спадет на несколько градусов. Осадки маловероятны. Дневная температура 24-27, ночью плюс 16, плюс 18 градусов. В Сызрани ясное небо, днем плюс 26, ночью плюс 16, западный ветер, скорость 3 метра в секунду. Тольятти безоблачно, днем плюс 25, ночью плюс 18 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 25, дневная температура, ночью плюс 17, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%, геомагнитное поле относительно спокойное, температура воды в реке Волга 21 градус. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.